Депутаты окружного совета от фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова и Михаил Солнцев вручили почетные знаки волонтеру России и благодарственные письма Мособлдумы за участие в акции по сбору гуманитарной помощи для специальной военной операции. Почетными знаками были отмечены руководитель Центра гумпомощи Марина Савкина и руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Ирина Баженова.